чтобы распустить газы вот туда, чтобы духовка со всех сторон нагревалась. Есть разгонные небольшие канальчики вот сюда. Теплосъем производит еще здесь очень большой, порядка 5 киловатт выдает. Прямо в боковую стенку уходит, через стену фильтруется туда, зад. Затопочное пространство, там стоит у нас котел. А здесь ты просто разово сжигаешь, но ты их аккумулируешь в печи и потихоньку вот за эти 2 дня используешь, можно сказать, ну, да, обогреваешь. Да. Да. 72, а вот этот кирпич 24, то есть разогрев явно неравномерный сейчас. Но он от то того, есть, что поднимается тепло, да? Да, должно, ну, тепло отсюда поднимается, да, то есть поток идет вот с центра, вот здесь. Этот кирпич сильнее нагрелся. Вот что клиновая перемычка делает. Здесь вот нагрев сильный, здесь нету нагрева, да, но за счет того, что здесь вот армировано сеткой, да, и ни одной трещины ни здесь, ни здесь, ни здесь, нигде. То есть ни одной трещины. То же самое здесь. Здесь она вообще маленькая перемычечка. Вот чтобы держать вот этот массив, высота перемычки всего 11 сантиметров. Даже меньше, чем пол кирпича. 11 сантиметров. Вот, вот, вот она. Ну, край, вот он. Там по духовку 2 сантиметра заходит. Угу. Отсюда вот отсюда. Вот высота максимальная клина получается, ну, 12 сантиметров. Здесь клинышек маленький вроде бы, да, упирается небольшая площадь, но она увеличивается по мере распора, она площадь эта увеличивается, площадь опоры, за счет наклона, наклон увеличивается и площадь опоры, площадь сопрягаемых поверхностей тоже увеличивается. И тоже здесь я сделал 43 градуса, чуть меньше 45, то есть, ну, по транспортиру 45 отмерил и еще маленько завалил на 3 миллиметра, то есть вот этот угол, чтобы перенести вертикальную нагрузку вот сюда вот, ближе к углу, вот в эту же вертикальную плоскость. То есть вот от центра берем распора, вот у нас приходит распор вот сюда, вот сюда. Если бы он приходил сюда, это бы могло, ну, дать варианты к растрескиванию. То есть я вот центральную часть увел вот сюда, в массив. Угу. Не на сам угол, а в массив. То есть чтобы здесь еще было плечо, на которое работает на сопротивление сдвигу. 113, это боковые стенки, да, вот они. Больше 120, задняя стенка 90 градусов, 79, это боковая стенка 90 градусов. Но как колпаки стоит? А низ 120 градусов, 120 низ градусов. Уже можно ставить хлеб на расстойку. Да? А? Она стоит, да, духовка чистая, по-чистому, стоит в колпаке, то есть омывается газами с боков задней стенки, значит, здесь стоит перекрыша, то есть духовка омывается, и вот это дно канала, да, то есть коллектора. То есть вся перемычка находится в зоне перекрыши духовки. Вот перекрыша, потолок, вот он, вот здесь. Вот это вот перекрыша духовки, перекрыша. Над ней идет канал, вот он, вот он, ага, потолок. И здесь, чтобы распустить газы вот туда, чтобы духовка со всех сторон нагревалась, есть разгонные небольшие канальчики вот сюда, там по 5 сантиметров они, значит, и вот основной поток сбрасывается после духовки вот сюда вниз, туда. А еще другая часть газов, вот после топки, сбрасывается по боковым хайлушкам прямо на котел. Через торцевую часть, через две боковые. Если отсюда посмотреть, мы увидим распределение хайлушек. Слева, справа, да? Подверстие. Да, распределение хайлушек, то есть там топка повторяет форму пламени свечи для максимального развития, так сказать, ну, формы пламени, да, то есть чтобы образовался наружный жаркий контурный ореол с максимальной температурой и его распределить в хайлушке. Центральная часть факела, она такого желтого цвета, она не очень горячая, а невидимая часть факела, которая по бокам идет, она наиболее горячая, она у нас заходит в хайлушки, греет котел, греет духовку и по боковым каналам еще вот здесь поднимается вот сюда. Сзади они собираются в коллекторе, вот после этой перекрыши, по коллектору, по внутренним каналам подвигаются сюда и потом удаляются в трубу. Вот с боков там есть 2 боковых канала, откуда там разгон идет над духовкой. Таким образом духовка греется со всех сторон практически одинаково. Обогревательный элемент. Это выглядит вот так. Это так, видно в камеру? Ширина у него 1,75 м и высота 2,40 м. Угу. То есть выполнен тоже в брошировании. Как картина, чтобы сочеталось это все и вот едино. Теплосъем производит еще здесь очень большой, порядка 5 киловатт выдает. Ну, то есть он тоже прогревается, да, когда все топится? Да, на тепловизоре видно через там буквально время, что форточки открываются, да, тоже, да, когда греет, то есть сильно живое тепло в этой комнате
обеспечена. И котел снимает тепло, и снимает брошюрование тепло, и снимает соседний щиток, это тоже тепло, и прогревается труба на втором этаже, в углу стоящая. Половина подается воздуха с боков, то есть стенки тоже дырявые. То, что отсюда можно, да? Да. Стенки тоже с каналами, вот если отсюда посмотреть. А вот сейчас, кстати, видно, может, про трубку расскажем. Через трубки подсасывается воздух вот отсюда у нас, в трубке, вот через вот эти отверстия. Сейчас вот маленько шевельнули угли, да, пламя удлинилось, да, то есть приоткрыли поддувало и увеличили длину факела. Сейчас у нас через торцевые трубки мы увидим факелки вспыхивающие, где догорает. Но у нас она догорает на самом деле вообще по всему объему, потому что воздух подается в среднюю часть топки. Вот сюда, вот, еще с боковых стенок, через, через щели, да, то есть, которые там имеются. Вот мы видим на задней стенке, да, там вот такие вот щели туда идут. Окошечки видим, вон байпаса там, да, то есть. Вот, вот здесь. Вот. Вот здесь, вот, вот здесь, вот, вот здесь. Сейчас вот должно быть видно. Вот туда захватывается. Мы видим, пламя туда вот прямо идет. Ага. Вот, вот в нижней части вот сюда, смотрите, в окошечке уходит пламя. Вот там оно также обогащается кислородом, факел удлиняется и догорает. То есть смотрите, уже внутрь вот, получается. Вот пошел туда, не вверх пламя идет, да, а внутрь стенки уходит. Вот видно, да? Поступает кислород внутри трубки, смешивается он с топочными газами. И по краю, сейчас мы увидим, вот дверку прикрыть. А вот теперь хорошо видно, смотрите, как пламя не идет вверх, а идет прямо в боковую стенку. Да? То есть, смотрите, прямо в боковую стенку уходит, через стену фильтруется туда, за топочное пространство. Там стоит у нас котел. Мы когда вот первый раз запускали, там прямо видели игру, да, как на баяне все равно, такие фик-фик-фик, орган, да, с каждой трубки. То есть, ну, у нас заполнена была наполовину дровами топка. И видно было, факелки эти возникают, и прямо как длинные, как свечки. Туда кислород берется отсюда или с середины? С поддувала и с боков. С боков он поступает в середину топки, вот отсюда поступает, с этих каналов. Эти трубки, они тоже заходят в этот канал, но они только заходят, берут воздух. А остальная часть – это щелевой канал, который подает воздух за елку. Mm-hmm. За елку. То есть там вот эта ребренная часть, она закрыта еще шамотным кирпичом, то есть сплошным топливником. Между сплошным топливником и ребрами там есть канал толщиной 2 сантиметра. То есть и оттуда воздух через этот щелевой канал подается вот через стенки топливника прямо сюда в топочный объем. Понятно, что теплоемкие печи поглощают очень много дров. Сожгли тачку дров за 2 часа. Ну, это примерно 30-35 килограмм, да, значит, при теплотворности. Ну, это старые дрова, полугнилые, там, ну, брусья, конечно, были сухие, то есть, как бы, профилированный брус. Ну, теплотворность сосны, грубо говоря, 9,5 тысяч джоулей килограмм, да, с килограмма. 30 килограмм сожгли, то есть, получили 9 на 30, 270 тысяч джоулей тепла. Значит, что это нам дало за 2 часа? Заглянули в тепловизор, мы пришли сюда, в помещении было 11 градусов. То есть печка имела температуру помещения, да, то есть 10-11 градусов поверхности. Сейчас, вот мы смотрели тепловизором, 26-27, да, 29 градусов температура разогрева. И это еще не все. Дрова у нас еще не все сгорели, еще горят. То есть вторичка у нас работает, дожиг идет, температура поднимается. И кирпичи греются. Кирпичи греются через 1,5-2 часа, когда вот эта часть догорит. А горит она, видите, в щадящем режиме, не быстро, без дудения, без гудения, да, то есть ровно горит. Ну, температура пламени сейчас где-то 850-900 градусов. Средняя по топке, скажем. Шамот у нас уже разогрелся больше 400 градусов, сажа обгорела. Значит, здесь еще, Александр Антонович, теплоемкие печи, они же не быстрые, так скажем, они не скоростные, то есть их надо разогнать, да, правильно, а потом поддерживать. Да, они не скоростные, то есть теплоемкие печи, они нуждаются в протопке, ну, по протопопову, это раз в сутки, да, раз в 24 часа. Ну, а период остывания, то есть вот у этой печки, ну, 48 часов, да, то есть мы говорим, когда она остынет до, не до комнатной даже температуры, а градусов до 30-35, то есть на ощупь она еще будет теплая, но уже, скажем, чуть теплее, чем в комнате, да, то есть вот до этого момента. Это двое суток, то есть 48 часов. Я правильно говорю?
Вот, 48 часов. Что для этого нужно? Чтобы разогреть вот эти самые 8 поддонов кирпича или 9, там сколько у нас их было, 10 тонн массив, то есть и по площади тут у нас 4 квадратных метра, там у нас 1,5 квадратных метра, чтобы и умножить вот объем, да, то есть, ну, скажем, активный объем печи, это мы площадь печи умножаем на активную высоту, да, то есть 4 квадратных метра умножаем на, не 4, 3 квадратных метра умножаем на 2 метра вот до карниза, да, вот отсюда берем до перекрыши. Это объем получается 6 кубометров. 6 кубометров. По классификации Протопопова, опять же, да, то есть теплоемкие печи начинаются от 0,2 кубометра. Периметр, ну, 2 квадратных метра умножить на 2,4 куба. И там у нас 1,5 куба, ну, 2. То есть 6 кубов у нас активного объема, 6 кубометров. Даже с учетом пустот, которые есть внутри печи, да, то есть как бы, ну, 1/3 отнимаем, многозаходы. Значит, 4 кубометра у нас кирпичной кладки с удельной массой 1,6. Если мы ее разогреем до 60 градусов, мы получим, ну, не буду вдаваться в подробности, очень много килокалорий, которые будут постепенно нагревать вот это помещение. То есть, ну, можно взять калькуляторы посчитать. На самом деле там джоули будут в миллионах, киловатты будут в сотнях тысяч. То есть поделенное на то время, которое, ну, в среднем мы получим с печи с этой при разогреве стенок до 60 градусов. Да, тут поверхность у нас, это же тоже свободная поверхность, с той стороны тоже свободная поверхность. 1,70 м, 1,70 м, и здесь 2,20, это получается 3,40 и 2,20, 6 метров, да, периметр умножить на 2, 12 квадратных метров мы имеем вот теплоотдающей поверхности вот здесь. Потому что греется у нас она вот отсюда, да, правильно я говорю? Да, от самого нижнего ряда и вот до самого карнизного ряда. То есть греется. Это 1,80 м, да, вот здесь вот, ну, 1,90 м получается. Вот, помножить на периметр, да, теплоотдающей поверхности, ну, получается 11 квадратных метров здесь и там 1,70 м, 1,70 м умножить на те же самые 1,90 м, да? 1,70 м плюс 1,70 м, 3,40 м умножить на 2, получается 6 квадратных метров. То есть 6 квадратных метров и тут 11. Печка с теплоотдающей поверхностью 17 квадратных метров. Этого в России вы нигде не встретите. Вообще нигде. Никто таких печей не делает. Что сказать, да? Теплоемкие печи... Короче, чтобы итог, печь... Итог. Чтобы печь была теплоемкой, нужно сначала это тепло выделить. То есть его надо получить, это тепло. То есть надо принести дрова и правильно их сжечь, чтобы они дали тебе нужную температуру для разогрева каменного массива. Правильно? То есть для разогрева, ну и теплоносителя тоже, или там нету его, есть, не важно. То есть для разогрева массива, который может себя это тепло впитать. Если мы изначально будем топливо сжигать неправильно, то есть оно даст нам средне-низкие температуры, то мы не сможем массив кирпичный разогреть, да, до нужной температуры, чтобы был интенсивный теплообмен. Сжигаем правильно. Сжигаем правильно и правильно его распределяем по массиву печи. Потому что тоже, если, ну, вот конвективные системы разные же у печей бывают, то есть разная система распределения газоходов, да, и если она у нас тоже неправильно организована, ну, во-первых, это приводит к издержкам тяги, то есть там топится печь, не топится, дымит, не дымит, то есть, или избыточная тяга, когда у нас на головке трубы температура 250 градусов газов, допустим, то дрова, получается, летят в небо, да, то есть правильное распределение газоходов, то есть в массиве печи, приводит к равномерному разогреву печи, да, то есть к равномерному. Это уменьшает трещинообразование, опять же, уменьшает. Когда массив разогревается неравномерно, он более подвержен растрескиванию. Когда равномерно разогревается, да, менее, ну, трескается, да, более устойчив к растрескиванию. Здесь, значит, чтобы печка не трескалась, она вся футирована изнутри. То есть мы уже распределили тепло по всей поверхности равномерно. Ну и, соответственно, результат какой? Что и оно выходит сюда, наружу, тоже равномерно от первого ряда, вот от этого. Ну, заказчик может вот это подтвердить, что оно теплое вот отсюда. Да, вот отсюда, от первого ряда и до последнего. Это тоже преимущество нижний прогрев. Потому что верх и так сам по себе догреется, мы знаем, да, что все тепло кверху поднимается. Поэтому все, когда теплоемкие печи моделируем, мы делаем упор на организацию нижнего, преимущественно нижнего прогрева. То есть, ну так говорим, преимущественно нижнего прогрева печи. Потому что верхний тоже у нас ярус тоже разогревается. Ну и когда у нас все перестало топиться, нижний ярус разогрет, то тепло автоматически кверху само перейдет и разогреет верхний ярус тоже. Единственное холодное ядро — это вот поддувало, через которое идет непрерывный проток холодного воздуха. Чем оно у нас минимизировано, чем оно меньше,
тем у нас эффективнее, да, работает печь. И даже можно сделать для теплоемких печей конструкцию, когда поддувало будет вынесено вообще на улицу или в подвал. То есть, ну, неудобство регулировки, но можно там через тяги, через всякие там цепочки, трасса, то есть сделать. Чистка же, опять же. Чистка, да, можно сделать шахту, чтобы валилось все туда дальше, в цоколь еще ниже. И вообще по 5 лет печку не чистить. А когда надо, в огород с тачкой подъехал, нагреб сколько надо, залыл, увез. То есть, можно и так сделать. Но, опять же, если это все дело стоит в неутепленном доме, который свистит со всех сторон, то есть, или эта печка размещена на улице, то КПД у нее будет нулевое при всей ее навороченности. Поэтому надо вот это все, теплопроизводительность печи нужно соотносить с общими теплопотерями дома. То есть, угу, чем выше теплопотери, тем мощнее должна быть печь. То есть и теплоемкость печи, соответственно, должна быть больше. То есть у меня есть, я печи делал, ну, там много лет назад, уже 15, то есть там каменопечи, когда начинал делать. То есть одну печку я сам там жил, делал крышу, мы разбирали потолок. Значит, топил, приезжали на объект, топил в понедельник, потом топил в среду и перед отъездом в пятницу. Потом опять заезжали, на выходные уезжали, приезжали, опять топил в понедельник, в среду и в пятницу. То есть это вот такой цикл был всю зиму. То есть и этого было достаточно, чтобы жить без всяких батарей, без всего. То есть дом из-за цилиндровки с 32-й был сделан. Если посчитать в дни, допустим, с нетеплоемкой печи, но с обычной, ты сожгешь там раза два-три будешь в день топить, ну или там ты раз в день. Столько же дров. Да, ну на количество перейти. Да. А здесь ты просто разово сжигаешь, но ты их аккумулируешь в печи и потихоньку вот за эти два дня используешь, можно сказать, ну да, обогреваешь, да, дом. Ну если на самом деле в точности пересчитать, то нетеплоемкие печи потребляют дров гораздо больше. Гораздо больше. А, ну здесь же еще КПД на прогрев трубы, на все равно что-то ты выпустишь. Да, 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 да. А нетеплоемкие печи, то есть если у тебя сразу же в дымовую трубу летит 350-400 градусов, да, то ты, получается, отбираешь тепло от 600 до 350, всего 300 градусов, половину, то есть 50%. Здесь ты отбираешь тепла, температура факела, допустим, здесь, вот заказчик скажет, по цветовой монохромной таблице, да, то есть, ну, 1000-1100, это точно бывает, да, то есть, стекло плавится, при какой температуре бутылочное стекло плавится? 1100-1150 градусов. Вот мы видели здесь сплавленное стекло, вон оно в тачке лежит, могу показать. Частично сгоревшее. Вот. Вот это было в топке. Говорят, ну пусть что, тоже тепло дает. Вот это стекло, это была бутылка, то есть, ну вот она расплавилась, вот стала такая. Может, от люстры еще кусочек здесь был. Ну вот, среди мусора, то есть, вот это вот эти стеклышки, то есть, вот они сплавились, сгорели, то есть. Сейчас начнется догорание. Вот температура углей вот здесь, это 1000 градусов. Здесь простые печи, ноги на них циклятся. Ну, бабушек не надо никуда девать, дачи тоже никуда не денешь. Там они не важны, так скажем. А вот для большого дома... А вот дома, таких больших домах, да, именно теплоемкие печи, вот такие прямо для больших домов, да, нужны теплоемкие печи. То есть, ладно, Александр Владимирович, спасибо за информацию, спасибо еще раз, что делишься. Спасибо заказчику, что приютил. Уже мы его задержали, он уже нервничает, ну, и говорит, время. Детей надо, всем уже укладывать. Да. Так, значит, ладно, все. Всем спасибо. С вами Кутузов Александр. Компания «Печной мир». Ставим лайки и подписываемся на канал. Много интересного. Еще больше будет и дальше будем транслировать.